Добрый день. В период эпидемии может случиться такие аварии, как когда у вас закончится, допустим, дома свет, электричество. Вот. Поэтому я придумал такой лайфхак, как сейчас говорят, очень модно, да? Ну, просто знание физики, вы знаете, что я физику уже преподаю. Все очень просто. Берем обыкновенный картофель, только важно, его надо помыть, ну и чтобы не было у вас инфекции, да? Потом мы его разрезаем, так. Дальше делаем такие вот отверстия для того, чтобы вошла туда вилка от вашего телевизора. И вот очень важно, смотрите, вот такая вот соль, вот, да, вот видите, она пищевая, вот, да, вот, и там какой-то магний, вот, без магния, в общем, собственно говоря, не получится. Потом что, мы берем прям эту соль, сыпем, именно это важно, да, в одну, только в одну, вот в одну вот так вот пальцем утрамбовываем. Дальше мы берем нашу вилочку, вставляем, ждем, когда пройдет реакция. Так, ждем, ждем. Так, вот уже напряжение пошло. Напряжение пошло. Так, ну, что тут избрать пока нет. Ну, вот. И, в общем, вот если такая средняя картошка, хватает где-то минут на 15. Вот, если картофель будет побольше, то хватит, я думаю, минут на 25. И таким образом мы сможем смотреть телевидение целый день. Удачи!